Всем привет, с вами Нильф Горн, и сегодня я буду обозревать немножечко, поиграя в игру Планета Центурия. Ну, наверное, именно так оно звучит, Планета Центурия, как-то так, а переводится, наверное, Планета Центурия. Так вот, и это игра 2D, похожая на Террария, на Старбаунд, и, собственно говоря, три разработчика французских не скрывают этого, что они вдохновлялись игрой Террария. И, собственно говоря, вот такой вот результат. Но они тоже могут предложить кое-что интересное. Это и джетпаки, это и роботы, и магия, и еще куча всякой всячины. На самом деле здесь очень все легко. На F1 можно посмотреть все как бы кнопки, все, которые задействованы, ну, по крайней мере, вот крафт, там, инвентори, скиллы и потенс. Так что все очень легко, в принципе. Так, и вот на потенс, смотрите, это бутылочки, что ли, такие, да? То есть... А, у меня пока нету таких бутылок, похоже. Да, это за ману, наверное, какую-нибудь. Так, потом смотрим. Инвентарь, в принципе, вот то, что я могу крафтить. Я уже тут немножечко добыл, ну, чтобы представлять из себя. И представлять, что это вообще скиллы. А, это на P скиллы были, понятно. Инвентарь, скиллс и ген, потенс. А, это, похоже, автоматически пьется. В принципе, управление очень легкое. То есть переключаем, рубим. О, господи, это что такое там летает? Собираем. Тут же тоже рубим. И, в принципе, все легко. Особенно, если вы играли, конечно, в Террарию. Тут даже говорить не о чем. Управление очень-очень похоже. Поменяем. И даже предметы вот добываются таким же способом. Так. Что-то летает и как-то не очень приятно. Ладно, давайте попробуем скрафтить Workbench. И вот он, собственно говоря, очень легко достаточно крафтится. Только вот... Ва! Уа! Я запутался в кнопках. Так, по-моему, топор будет намного эффективнее. Такое чувство, что... Чё? Так, я не знаю, что я скушал, но что-то явно я скушал. Души, что ли, какие-то. Так, и чё, они теперь будут без конца на меня... нападать. Так, давайте быстренько ставим. А как? Что-то я не понял. А, вот как ставится. Так, все, теперь понятно. На R используйте. Тут, в принципе, все просто. То есть бокс, ящики. Ящики и показано, из чего сделано. Так, все, в принципе, понятно, но это только, знаете, как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны-то как-то и не очень. Потому что очень уж странновато сделано. Сейчас я вот его зарублю и дальше продолжим. Да что ж такое-то, они прям... какой-то поочередность. Я только убиваю одного и сразу следующий прибегает. Так, хорошо, я скрафтил ящик. Хочу этот ящик поставить, но вот. Это что, мне придется постоянно отбиваться, что ли? Так, хорошо. Ящик ничего мне не дал. И скоро настанет ночь, но вот Workbench мне никаких крафтов не дает. Так. Что я могу? Деревянный меч могу сделать. Что тоже, в принципе, хорошо. Вот, факелы. Это тоже отлично. Притом факел... Угу. То есть я их, скорее всего, могу... могу ставить и... три удара. Ух ты. Я не знаю, что это, но... что-то такое странное. Ночь настала, в принципе, оно не вот это... светлячок какой-то. Или просто он осветительный прибор, или как-нибудь так. Или, может быть, скорее всего, у него нужно очень много урона нанести, чтобы попытаться
попытаться его убить. Так, вот стены, что в принципе я и хотел, потому что как-то все-таки нужно уже инвентарь положим. О, крафт. Так, зомби уже идет, господи. О, так это еще и не просто зомби, это какая-то... Офигеть! Как устанавливать? Я... Ребятки, что-то... Игрушка-то сложная. Офигеть, меня убивают быстро. Так, ладно. Так, спокойно. Нифига себе. Да что ж такое? Да... Ребятки, игрушка-то сложная, не так все просто. Ладно, хорошо, блоки. Вот. Все, теперь я могу вот так вот сделать и могу... Вот, а теперь все нормально. Главное, странно, до этого не хотела она... Так, две двери. Так, инвентарь складываем. Очень неудобно, честно говоря. По крайней мере, двери ставятся. Надо на семерку именно нажать, то есть перевести их вот... Вот в этот вот окошечко. Так, похоже, нельзя. Вот так вот, а вот так теперь. Есть, дверь поставилась. Ну ставься дверь. Ну ставься дверь. Нет, специально что ли они издеваются? Ох, нифига. Ох, нифига. Вы видели, что там за... Какой-то... Это не зомби, это какой-то инопланетянин. Блин, да еще и прыгающий, блин. Ужас какой-то творится. Офигеть, я первый раз такое вижу, чтобы вот так вот, ну, сложноватенько было, честно говоря. Я просто не успел отстроиться. Надо было сразу... Почему дверь не ставится? Вот. Это тоже очень странно. Камень мешает, предположим. Есть, есть дверь. Офигеть, они еще не так просты, как кажется. Ребятки, играть-то, игрушка-то только кажется, что легкая. Блин, вот это неудачный был. Так, вроде бы я защитился. Так, хорошо, а как вот... Как блоки-то убрать? Это хорошо, это понятно. Странно. Так, ладно, на ноль факелы. Давайте их попробуем установить. Есть. 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 Так, все. Я спасся, можно сказать, от зомби, от всех. Вот щит нарисован, это интересно, что означает? Что-то означает явно. Понятно, игрушка только разрабатывается, и много, наверное, вот таких вот глюков, багов, как вот, например, вот деревья, растущие через здание. Вот по какой-то причине я не могу убрать. Не могу почему-то убрать, вот странно. Может быть, какой-нибудь делейт? Нет? Нет. Странно. Не получается почему-то убрать. В принципе, и остается, что добывать. Материалы. Потому что дальше оно даже и не знаю, честно говоря, куда меня приведет. Хорошо, что они стены хотя бы не ломают, но хоть какое-то спасение есть. Отлично. Но они зато. О боже, тут крафты не просто так. Тут еще и вниз можно крутить. Смотрите, тут и. И вот такое вот можно сделать. Так, в инвентарь. Давайте вот это тоже в инвентарь. Это тоже в инвентарь. Цветочек. Еще какой-то. Так, это у нас, я так понимаю... Ну...
Вот. Дает интересное освещение. Так, честно, вот я даже не знаю, тут в принципе больше кнопок нет, потому что, ну вот, вот единственная помощь какая. Можно бэкграунд? Бэкграунд. В 4 лайткое. Ну, тут настройки света. Так, хорошо, посмотрим тогда здесь крафт. Ну, это стол, в принципе, кровать. Попробуем кровать скрафтить. Потому что, ну, поставить ее, по крайней мере. Сами понимаете, что кровать, она может пригодиться. Нет, что-то не получается с кроватью. Может быть, кровать куда-нибудь нужно спрятать. Но, с другой стороны, давайте вот если крафт такой взять, то я только вуд пикакс смогу делать, а это у нас тин. То есть у меня даже, наверное, и лучше, да? Получается. Так, хорошо. Хорошо, крафта понятно. А вот если, можно ли еще что-то скрафтить? Нет, похоже, нельзя, потому что деревьев, ну, по крайней мере, количество деревьев больше не показано. То есть из трех. Интересно. Вот сюда, если я рок, камень, да, допустим, и земля, земля. Если я вот сюда кладу землю. Да что ж они все меня тут заблевывают-то через стенку. А, вот, жизни, смотрите. Защита. Защита получается от... Это босс какой-то, что ли? Чё-то я вообще не понимаю. Души какие-то. Надо разбираться, очень даже интересненько становится. Инвентарь, то есть можно посмотреть, да? Всяческие настройки, очень интересненько. Единственное, кстати, вот я заметил, видите, добывается как уголь. То есть издалека, в принципе, можно его сразу себе, к себе добыть, то есть в сумку. Моментально, так сказать, перебегает. То есть мы в первую очередь добываем именно материал, а не сначала руду, потом, а потом... Не, сначала срубаем, типа, как будто бы землю с рудой, да, и получается квадрат пустой, в котором мы постоянно будем провалиться и заделать. Так, торч, такой какой-то факел из двух материалов, то есть из меди, похоже, угля и дерева. Как-то так. Акс. Притом, похоже, сразу железный топор. Странно. И, кстати, вот ничего нельзя делать, когда крафт открыт. Интересно, когда утро настанет, то мобы как-нибудь, не знаю, пропадут, исчезнут. Не знаю, что еще там может с ними стать. Но я надеюсь, потому что как-то не хотелось бы. Так, давайте кровать поставим. Но вот я не вижу никаких кнопок, то есть как вот здесь наводишь, и R появляется. То есть кровать не несет никакой функционала, это печально на самом деле. Хотя бы, я не знаю, жизни бы восстанавливались или что-нибудь в этом роде, это было бы логично и приятно вот так вот. Блин, от зомби-то, конечно, отбиться можно кучей смертей, но, честно говоря, я бы не хотел... тратить жизни, или я даже не знаю, может быть, есть ли вообще предел жизни, непонятно. Игрушка, конечно, симпатичненькая и выглядит симпатичненько. Так, вот понятно, дверь как открывается, выглядит она симпатично, и я надеюсь, она будет нас радовать. Так, откуда у меня вообще вот этот факел появился, я его не крафтил. А, это просто похоже какой-то глюк, да. Почему-то у меня как будто бы два факела. Хм. Странно. Так. Зомби, похоже, не хотят пропадать, потому что они остаются. Так, нужно побольше дерева. И попробую я все-таки тогда убить зомби, потому что, ну, что остается-то?
Да, 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 прям все, всех, всем сразу резко. Офигеть. В принципе, нужно уворачиваться только вот от этой вот кислоты ихней. Упс. Так. Нет, зомби, похоже, ходят и днем, что... Что вообще неприемлемо, конечно. Это неправильно, я считаю, что так. Я не знаю, кого... Я убил, ну, какого-то, похоже, то ли предводителя зомби, то ли еще чего-то в этом роде. А, свет у меня теперь как бы зеленый, да? То есть я вот смотрю, что у меня теперь зеленое освещение какое-то появилось. Посветка. Я вижу сундук, ребятки! Я вижу сундук. Это интересно. И 50... Смотрите, чтобы сундук открыть, нужно 50 душ. Ух ты! То есть есть какая-то мысль. Не просто так ты сундук нашел и открыл. Прикольно. Это хорошо, это уже... Я не скажу, наверное, что новенький, может, скорее всего, где-нибудь... Да, господи, идите вы отсюда. Чё за летающие какие-то? 100% где-то это уже было, если бы я сказал, что это какая-то... Смотрите, что делает, а. Единственное, что здесь вот... Я могу точно сказать, что здесь неудобная... Система... переключения вот этого оружия. Потому что, ну, лично мне неудобно. Так. Блин. То есть... Вот я... Как-то, не знаю, я нажимаю два раза, что ли, надо приходится нажимать. То есть надо, чтобы вот этот квадратик перешел на двойку. И потом еще раз на двойку, что для выбора. Потому что можно еще колесом двигать выбор. Как-то странно очень. Игрушка бесплатно скачал на... Да что ж такое? Скачал на smallgames.ru, там, понятное дело. То есть ссылочку я оставлю, если вам будет интересно. Тоже можете скачать. В ней очень много есть. То есть я почитал про нее. И там, конечно, очень много крафтов и всего такого. Но понятно, что за сегодняшнюю серию я не успею этого всего показать, к сожалению. Но попробуем что-нибудь сделать. Добыть побольше ресурсов, добыть какие-нибудь ресурсы. Так. Так, деревьев, я думаю, 57. У меня это такое довольно-таки неплохое количество. И думаю, это вполне... Из этого уже вполне можно что-то сделать, потому что я сделал печку. Так, что еще я могу? Я шкаф. Шкаф какой-то могу. Но печка, наверное, более... Более... Интересен, ну, в принципе, логично, да? Печку из камня, то есть это нормально. Так. На девятку выбираем печку. И я не могу поставить, потому что здесь, скорее всего, факел. Так, все, понял я, как очищать. Правой кнопкой мы просто жмем на предметы. Есть. Так, что здесь? Слитки. Отлично. Бронза. Ну, вообще, конечно, лучше сразу бронзу делать, ну, на мой взгляд. Так, отлично. Так, сейчас закроем. Ну вот. Тоже вот минус сразу я увидел, что из крафт... Ну, крафтовое окно, оно не пропадает, и из него нельзя выйти, и то есть приходится в нем просто постоянно находиться. Так, смотрим, что здесь появилось. А что за стол? Был какой-то стол. Давайте воспользуемся тоже им. Так. То есть приходится постоянно выключать. Так, здесь у нас, значит, такое вот. Надо дверь закрыть, потому что я чувствую, меня либо сейчас убьют, либо меня точно не оставят в покое, в общем. Так. Не то. Восьмерка. Все отлично. Есть. Наковальня. Ну, и сразу все понятно. Из бронзы можно делать, смотрите, бронзовую кирку.
Отлично. Я, конечно, с удовольствием ее сделаю. Сейчас посмотрим и оценим. Так. Да что ж такое-то? Очень неудобно и жалко, перенастроить, похоже, нельзя, потому что меню вообще здесь нету, в принципе, так что перенастроить. Так, я бы не сказал, чтобы она прям эпично быстрее стала. Два удара как-то вот, ну, по крайней мере, два взмаха на кусок земли. Я не знаю, сколько было до этого, честно, я не заметил. Но, по-моему, столько же. Давайте сравним. К сожалению, не пишется. Что-то, ребят, по-моему, ничем не отличается из... То есть, вот я не увидел. То есть, два раза также я наносил ударом бронзовой киркой и два раза... И два раза приходилось наносить и такой киркой. Что-то как-то странно. Я думаю, конечно, нужно побольше материалов добыть и побольше попытаться чего-нибудь скрафтить. То есть меч как минимум лучше, наверное, да, из бронзы будет, чем деревянный, к примеру. Это уж, наверное, уж 100%. Я надеюсь, по крайней мере, вдруг меня тут удивят какие-нибудь, что... Зачем ты продал деревянный меч? У тебя же было самое лучшее оружие в этой игре, да? Изначально тебе дается самое лучшее оружие. Вполне, знаете, мало ли что курит создатель, так что вполне может быть и такое. Но я, конечно же, больше уж шучу, чем правду говорю. Это что такое? То есть это просто такой... Стол по шею, то есть вот... Странное... Странное создание стола было. Так. Максимум, что я здесь могу сделать, это слитки. А. Смотрите, во-первых. Rock Sword, то есть меч из камня. А здесь Tin Anvil, то есть наковальня из олова. Так, странно, то есть это, конечно, наверное, может быть разные крафты. В принципе, нужно набирать ресурсы, смотреть, тестить все, пробовать. Так что, если вам понравился и вы хотите увидеть продолжение, с вас 50 лайков и новая серия. То есть я, как набирается 50 лайков, сразу начинаю делать новую серию. Я прямо вот это сейчас даже запишу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, оставляйте свои пожелания. Ссылку на игру я оставлю под видео. Всем всего хорошего. С вами был Нильфгорн. Пока!